said good day, sir! Вот после таких вот криков Акса врываемся мы с вами на очередную игру на The Defense Monkey Business против СФЗ. Будет такой вот БО2 у нас сражение. Да, разумеется, Monkey Business гораздо сильнее, чем СФЗ. Но действительно, ребята уровнем выше, ребята в доту играют дольше, ребята знают больше. Я могу это перечислять, мне кажется, до следующего утра. То, что Monkey Business действительно сильнее. И сильнее они практически везде. Очень интересные пики сейчас происходят у нас на ваших экранах. Висп от Monkey Business был взят на ФП. Разумеется, сразу же СФЗ думают, о, это, наверное, Висп Тини сейчас будет, давайте-ка мы заберем Тини. И они действительно забирают Тини вместе с Shadow Fiend'ом. Дорогие друзья, это если спикается Тини, вы можете забрать Виспа. А с Виспом не один Тини хорош, с ним героев очень много. Начиная от Тини, заканчивая Морфлингом. Тини, Хаус Найт, Мартредка, да хоть Рики, Пика, он вообще жесткий вместе с... Любой герой жесткий с Виспом. Поэтому то, что сейчас СФЗ забрали Тини, я хочу сказать, это, по-моему, была ошибка. Возможно, не тотальная, не глубокая, но... Если вы не хотели брать Тини, да, как бы не готовы были им играть... Оно, в принципе, было и не нужно. Monkey Business. Очень хорошие персонажи сейчас залетают к ним в пик. Висп, Хаус Найт, Undying. Undying, я так понимаю, в сложную линию. Хардлайнер для Лотуса. Да и, в принципе, герои-то серьезные. Прилететь, кого-либо убить. СФЗ. На них всего лишь 10% на Dota 2 лаунже поставили. У них действительно огромные проблемы в плане борьбы с Monkey Business. Шансов мало, но стараться нужно, пытаться также нужно. И возможно, СФЗ, но что-то нам смогут показать. Я бы на самом деле был очень рад, если бы эти ребята сейчас выиграли и смогли бы показать Monkey Business, как нужно играть в доту правильно. Пишут мне сейчас то, что винрейт Тини против Виспа 60%, поэтому пикнули. Дорогие друзья, это просто сложившийся такой вот рандом. То, что Тини якобы винрейт 60% против Виспа. Вы не учитываете четырех других персонажей? Как бы я не понимаю, как Тини может вообще Виспа контрить. Каким образом? Закинуть туда СФ, чтобы СФ дал койл или что? Или как оно происходит-то? Так что, мне кажется, это была, в принципе, ошибочка сейчас от СФЗ. Но, возможно, я и не прав. Действительно, возможно, я и не прав. Возможно, сейчас этот Тини по-настоящему покажет очень хорошую игру. Тини, фармящий Вич-Доктор, суппорт, Венш Спирит, суппорт, Shadow Fiend в мидлейн. И забанили сейчас антимага СФЗ. Как по мне, так куда здесь еще антимага? Спирит Брейкер будет, скорее всего, вторым суппортом. Ну, там посмотрим, Undying в сложную или Баратрум в сложную. Вариантов, в принципе, немало для Monkey Business, как поставить свои линии. И Шейкера отправили сейчас... Также в бан, и Слардарчик заезжает тут СФЗ. Слардар, это очень здорово. Слардар по-настоящему хороший герой. Monkey Business нам показали это в прошлой карте. Здесь же, опять же, Vengeful Spirit есть минус армор. Shadow Fiend есть минус армор. Вместе с Слардаром убивать Хаус Найта и Виспа, может быть, у них и получится. Что самое главное, это АОЕшный минус армор. Что Wave of Terror, что, разумеется, аура у Shadow Fiend'а. Угу, интересные персонажи от СВЗ. Очень даже интересные. Слардар отправится у нас в сложную. Может быть один, может быть с кем-то из суппортов. Monkey Business. И кто у вас будет находиться в мидлейне или кто будет фармить? Темплар Ассасин. Темплар Ассасин для Ноутейла, Хаоснет для Миракла. Сейчас уже все становится ясно здесь. Нет. К сожалению, я перепутал и неправильно вам это все сказал. Все-таки Темплар Ассасин забирает нас Миракл, а Хаус Найта забирает Ноутейл. Вот так вот. Очень интересно.
И куда у нас отправится Ланая в таком случае? Хотя я не думаю, что проблема для Ноутейла поменяться линиями, как и для Миракла. Также находился этот парень и в миде, и Хаус Найт от Ноутейла заедет. Я практически уверен, что 100% Ноутейл был у нас и суппортом, и кем только Ноутейл не был. Хорошо, начинается у нас с вами очередное БО2 сражение. СВЗ против Monkey Business. Мамкин бизнес, как хотите. Можно их называть, но самое главное, то, что эти ребята играть в доту умеют. И на очень хорошем уровне. Да, но Тейл отправляется просто сейчас на линию, вместе с Критом будет фармить он в легкой. Ну, а Миракл, Темплар Ассасин в мидлейне. Флай, суппорт Undying. Братрум в сложную в исполнении Лотуса. И кто у нас там остался? Разумеется, Крит на виспе. СВЗ, Риинс, Vengeful Spirit, Шадовех, саппорт Слардар, Стейт на Вич-докторе, хорошо, General Shadowfiend, и в сложной линии будет Ахмо на Тине. Слардарчик от Шадовеха, очень интересно, конечно, будет сейчас посмотреть, что это товарищ сможет показать на этом Слардаре. Самое главное, что для Слардара? Получить шестой уровень и оказываться в нужных местах. Вот и все. Чтобы вешать Amplify Damage. Чудо-паузы какие-то у нас с вами изначально. Самый стандарт, то что есть паузы на первых же минутах, на первых секундах. Шадовех готов продолжить игру, отжимает Monkey Business паузу и будем наблюдать. Первая карта 0-0, разумеется, Monkey Business SVZ. Это было 2. На самом деле будет очень трудно SVZ. Да, я могу даже, наверное, почку поставить на Monkey Business, то что они выиграют 2-0. И очередная пауза. На этот раз уже Ахмо сейчас поставил паузу. Тини в сложную линию. Потрясающе. Где-то я видел уже что-то подобное. И опять же, СВЗ спрашивают, готовы ли играть. Monkey Business ничего им не отвечает, просто запускают игру дальше. Хорошо. Ахмо побежал ставить вард. Ахмо сейчас увидели, Ноутейл. Будет ли стан, будет ли рифт, хоть что-то будет. Ахмо очень больно сейчас получает. Стан залетает, правда, на одну секунду всего лишь. Но в любом случае, довольно-таки быстро передвигаются сейчас два героя Monkey Business. И Ноутейл, стан через секунду, скушает ли манго. Мне кажется, стоит. А возможно, и просто сейчас шлепнет. Нет, есть манго, стан, пахмо. Да, Ноутейл, что, в чем проблема? В чем твоя проблема, товарищ Ноутейл? И отходят они сейчас в сторону, Ахмо, господи, закидал просто двух персонажей, сейчас и манго съесть пришлось, и Хаус Найту выпить сальву, разумеется, Крит также, танго все свое проел. Вот это да. Почему Хаус Найт не сделал это раньше? Вот здесь вот, когда он бежал, просто по линии, видно же было Тине. Ну съешь ты манго, ну дай ты стан, ну что ты терпишь, эти 150 золота. Ты их именно для этого выбрал, чтобы сделать какое-то убийство. Но нет, лучше скушать сальву, просесть там двум героям практически до третьей хп. Так, драка, уже сразу же есть стан, отлично, Баратрум будет у нас умирать, касочки очень, посмотрите, какие хорошие касочки полетели. Лотус никуда уже не долетел, здесь просто Вич-доктор у нас практически погиб, Вич-доктор. Размансил, есть там также от Венги. Флай бежит за Вич-доктором. Ой-ой-ой-ой.
камера улетела сейчас в сторону, и Undying, разумеется, забирает сейчас еще одного героя на развороте. Хорошо, Soul Reap выхилил себя. До свидания, Avenger, Full Spirit, бить до победного просто. Вы посмотрите, как много дэмэджа вносит этот Undying. У него 89 урона с руки, 1100 хп. Безумно сильный Undying. Подлетел, разобрался. Винга, правда, не погибла. Ну и вот так вот, один в один. Сейчас разменялись. First Blood, конечно, забирают для себя СВЗ. Vengeful Spirit с Clarity на позиции. Спокойненько фармит. Ну как спокойненько, два крипа всего лишь имеется. Он у Тейла их уже 9, чтобы вы понимали. Ахмо спустился на нижнюю линию. Чем занимается Тини на карте? Это вопрос. Тини побежал обратно. Там у нас висп в инвизе. Да, Тини просто бегает, ничего толкового сейчас не делает, уровень не получает. Вот, только сейчас возвращается к себе на линию. Как раз, разумеется, линия и подпушена. Не просто так он прибежал. Экспу он получает, есть второй уровень, будет ТОС. Но Тини сложный, и Винга фармящая, это, конечно, уровень. Две с половиной минуты прошло, 14 крипов есть у Миракла, 9 крипов у Дженерала в мидлейне. Шадофинт, 4 левел, хорошо. Ну и пока что Monkey Business немножечко посильнее, конечно, выглядит в плане крипстатов и так далее. 5 крипов всего лишь есть у нас у бедной Винги. Не дают ей возможности здесь нормально фармить. Хотя вроде бы герой рейнджовый, должно быть более-менее удобно. Миракл, до свидания, Миракл, отправляет его в таверну. Вот так вот занаглело здесь Темплар Ассасин. И, кстати, драка также у нас снизу. Будет ли хоть какой-нибудь телепорт, будет какая-то помощь, но нет, 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 нет. Ничего сейчас не сделали СФЗ для этого. Ну, Тини, я так понимаю, уже ТП-шился или что-то в этом роде. Телепорта у него нет, мана у него также нет. Слардар дрался. Финган дралась. Ну, а кто прилетит? Вич-доктор. Телепорта нет. СФ, разумеется, с мидлейна не подорвется. Шадоу вверх. Пытается сейчас забежать все за спину своим оппонентом. Рядом также появился еще и Вич-доктор. Ну и прям готовы. Готовы здесь драться. Хорошо. И готовы драться в принципе Monkey Business. Есть тамба. Очень здорово. Башиками сейчас пинает бедную Вингу у нас Баратрум. Зомби догрыз. Баратрум уйдет ли назад? Есть Сики. Сики будет ли прожимать? Мне кажется, можно прожать стик и... Да, и так спокойненько, конечно, убегает отсюда Спирит Брейкер. Ну и вот так вот. Вроде бы три героя находятся у нас снизу, а погибают. Погибают, причем очень нехорошо. Без какого-либо там размена. Тамба. В скором времени откатится. Я думаю, Кларити нужно сейчас Андайнгу себе будет принести или что-то в этом роде, потому что мана нужна, драться нужно. Хотя и так реген имеется 1.4. На тамбу будет, на Soul Reap пока что не хватает. Драка. Нет? Да, разумеется, драка. Vengeful Spirit прилетела. Стана нету, разменялись только что сейчас ребята станами. Какие у нас прям перемещения сейчас по линиям. 32 крипа No Tail, 11 крипов Vengeful Spirit. Неужели это фармящая Винга? Там у виспа крипов скоро будет больше. Да, еще и погоня вдобавок за Ахмо. Ахмо станом откинулся. Ну, будет сейчас, разумеется, убегать до самого победного конца. Хорошо. Спастись удалось. СФ, третий койлы, третья пассивочка. Что и уровень. Ну и Шадофин, 31 крип. Единственный герой сейчас у СФЗ, который способен хоть как-то себя показывать. Vengeful Spirit умирает, причем очень быстро, буквально за несколько секунд. Ну, болт плюс рифт. Дэмэджа хватило.
6 минут игры. 2-3. Винга летает у нас по линии, не понимает, где все-таки лучше будет находиться. И Риен сейчас говорит такой: нет, сверху, пожалуй, я уж точно не останусь. Я пошел, постою там против Братрума и так далее. Потому что, разумеется, уж слишком сильный Хаус Найтс виспом. Ахмо также находится на нижней линии. Тут вообще, по-моему, никому стоять неинтересно. Хаус Найт, уже практически армлет имеется, прям тапок, армлет, сразу же. Трака в мидлейне, хорошо, касочки, поехали сейчас по Баратруму, есть койл, есть второй койл, еще одна тычка, и умирает у нас Баратрум, 3-3. Пока что СВЗ не так уж сильно и проигрывают, да, по крипстату, разумеется, они слабже, 2500 выигрывают Monkey Business на 7-й минуте, это очень много. Вышечку также здесь Нутейл сломал, и Нутейлу летит Армлет оф Мордиган. Да уж. Серьезные товарищи у Monkey Business. Скоро будет этих серьезных товарищей еще больше. Фантазм никто не отменял. Драка. Vengeful Spirit пытается хоть как-то бороться с Баратрумом. Если что, это фармящая Винга пытается бороться с Баратрумом со сложной линии. По крипстату у них все очень ровненько. Даже Баратрум в скором времени будет иметь больше крипов. Ну и что же, пик на самом деле уже провальный у СФЗ. Ну просто провал. Но почему Винга не суппорт? Почему не фармящий Тини? Почему не Слардар в сложный? Нутейл вместе с критом. Хорошо, Дженерал сейчас схватили, будет стан. Но в любом случае здесь есть крит. Крит будет подхиливать, но сейчас вцепились как раз таки в самого виспа. И умирает здесь. Умирает Нутейл. Забудить армлет, конечно, уже сейчас не получилось. Минус 2 героя, есть тамба. Есть тамба, тамбу нужно выхилить, не успел выхилить. Сейчас ее флай потратил просто соул рип. Ой-ой-ой, Незерстрайк. У нас тут Братрума, хорошо шаду веха пинать во все стороны. Ну и Миракл разбирается с Вингой в очередной раз. У нас погибает Vengeful Spirit. Погоня за Баратрумом. Стан есть. Есть второй стан. Есть касочка. Подкинули. И да, на последних хп улетает Баратрум. Ну тычка от Таура. Беги, родной. Беги как можно быстрее. И убегает он действительно из этой вышки. Здесь еще и регенчик остался специально для Спирит Брейкера. 15 хп. Вы понимаете, Баратрум на 15 хп от вышки улетал. Как можно быстрее, как можно жестче. Очень здорово. 5-5, но графики пока что за Monkey Business. В любом случае, СФ, 75 крипов. Включим мы, пожалуй, уже нетворсы. Первое место за СФом. General еще и 3 убийства сделал. Один ассист также имеется, всего лишь одна смерть. 5000. Что летит в курьеры? А летит в курьере Ogre Club. И очень правильно то, что БКБ появляется первым из артефактов здесь у General. Или это не БКБ? Я, на самом деле, надеюсь на БКБ. Нашли сейчас Вич-доктора. Вич-доктор. Выехали. Хорошо, будет ли томба? Томба имеется. Очень больно сейчас Баратруму, но прилетел сюда Виз вместе с Хаус Найтом, забивает Дженерала. И должен будет умереть у нас быстренько СФ. СФ практически мертвый. Вот такой вот критулю еще. Но Тейл сейчас выдал по голове и улетают. Улетает Виз с Хаус Найтом. Хаус Найт живой, армлет выключил, разумеется. Прям так хп у него тикнуло в этом баре. 2-1. 2-1 Баратрума, который, в принципе, как раз-таки и создан для того, чтобы врываться, выдавать все, что у него есть, и отправляться в таверну. Такой вот самый грозный, самый жесткий инициатор, этот Баратрум. Ну, практически как и Клокверк. Будем вот сравнивать его в данной игре именно с Клокверком. Ахмо. Тапок, стик, 1400 золота. Пока что стик не грейдит. Копит себе на блинкдаггер, насколько я понимаю. Но мне кажется, можно уже и стик себе грейдженный купить. Какая разница-то? Там 200 золота.
Ага, это никакой не даггер, никакой не грейджный стик, это просто фейсбутс от Тини. Нахмо с фейзами. Флай, хорошо, быстренько его свапнули. Сейчас есть также стан еще от Шадоу Веха. И потрясающий выход от СФЗ. Как его быстро распинали. Смоки от СФЗ. Бежать дальше. Бежать, цеплять ноутейла. Разумеется. Ахмо, смог пропадет или нет. Нет, висп улетел сейчас немножко в сторону. Хаус Найт быстро перемещается на нижнюю линию. И здравствуйте, СФЗ. Потраченное время. Просто так. Братрум. Кого у нас сейчас побежал? Братром в мидлейн на Дженерала. Но мне кажется, стоит останавливаться. Да, разумеется, СФ там даже пытался уже ультовать. Хаус Найт. Есть две иллюзии. Очень даже здорово. И бить, 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 бить. И убивать. Минус вышка. Здесь также вышку нас ломает СФЗ. Пока что на самом деле все очень ровненько. Счет 7-7 и... Ну да, уступают. Уступают СФЗ, но не так сильно. Манки бизнес. Нужно давить. Нужно давить жестче. Нужно давить больше. Ломать все тура. Пока что вы сильнее. И герои у вас тоже сильнее. Undying изначально, мне кажется, вообще самый сильный персонаж в доте, если брать 5 на 5. Ахмо забирает себе таур. Братрум. Остановиться, мне кажется, пора бы в мидлейне или нет. Куда ты полетел, дружище? Далековато, очень далековато. Остановился и возвращается обратно. Вышку еще одну сейчас сломали Monkey Business. 1800 золота у Хаос Найта. Дженерал. Фрилхаммер появился. До БКБ осталось чуть больше 1000 золота. Так, в смоках, СВЗ. Побежали, есть сейчас. Стан у нас здесь по спиритбрейкеру. Погоня. Нет, погони никакой именно за ним не будет. Но Тейл 4 секундочку отвесил по Шадоу Веху. За секунду его здесь у нас убили. Свапнул Avengeful Spirit. Ну и вы посмотрите, как разваливается у нас СВЗ. Дженерал, будут пробивать очень серьезно. Живи, Ноутейл, живи. Ну, кстати, ничего себе, Ахмо сейчас засыпает камнями. Также есть койл от СФа. Очень неплохо дерутся СФЗ, но развед всего лишь в одного Хаус Найта. Не самая лучшая весть для СФЗ. И дело в том, что просто Шадоу Вех попал под 4-секундный болт. И ничего уж поделать с этим не смогли СФЗ. Да, Винга свапнула, но очень поздно, и Винга дэмэджа никакого сама по себе не имеет. Как керри, Vengeful Spirit отлетает однозначно. То есть, ну что такое 3000 дворса на 14 минуте? Что такое 7 уровень? Кстати, проблемы, мне кажется, у Undying'а небольшие со здоровьем. Да ладно, ты еще и драться собираешься? Флай, стики, прожал. Ну есть, конечно, там 370 хп, но в любом случае это очень мало. Миракл. ПТ Мидас. 3000 золота. Вот такая вот Темплар Ассасин интересная. 8700 в нетворсе. 5-1-1. Прыжок. Флай. В небо сейчас его здесь Ахмо подкинул. Есть Тини Даггер. Ну и что же? 9-11. 5. Ну не 5. Уже, конечно, больше. В районе 6000. Преимущество у Monkey Business. Хаус Найт. После армлета появляется Огр Клаб. Тратит ману, ничего страшного. Там реген есть в банке. Поэтому можно, нужно. Просто раскидывает во всех абсолютно всей маны. И криту же нужно выпить регенчик. И дезолятор появляется, кстати, у Темплар Ассасина. Вот так вот Миракл ван кликом сейчас его себе приобрел.
Даггера, к сожалению, нету. Есть Мидас вместо Даггера. Возможно, это ошибочка. Ну, а возможно, наоборот, говорит, что в лейте мы будем сильнее. В лейте у нас есть Хаос Найтс виспом. Так что Мидас вещь полезная. Фармить, драться с этим Мидасом. Кстати, также Темплар Ассасин может. В мидлейне находится СФЗ. Моментально уходит. Хорошо. БКБ прилетело. И будет ли какой-нибудь врыв там от Спирит Брейкера, допустим. Шадо Веха. Так, нет, Тини у нас ворвался сейчас в Миракла. Миракл очень больно, но Висп выхиливает. Здесь у нас Миракла. И урной подхилили. Темплар Ассасин готова драться. БКБ подрубает у нас сразу же Дженерал. Дезвард очень хорошенький стоит от Вич Доктора. И вы посмотрите, как наваливает Дезвард одного героя, второго. Миракл мертвый. 2 в 2. Пока что размен Шадо Веха. Конечно, тоже сейчас забьют. Ну и Дженералу бы стоило бы уходить, на самом деле. Стан 4 секундой. Есть рифт. И до свидания. Минус 4. Опять же, но на этот раз размен уже в двух персонажей. Крит. Урной, будет ли выхиливать? Или отправить на базу там, ну, Тейла? Нет, довольно-таки неплохо. Выхиливает, разумеется, его урной. Пол хп есть у Хаос Найта. Так, еще урну на него повесил. 2-1-7 крит, поэтому в урне зарядов очень много. График так и держится в районе 6000 золота. Очень хороший был Дезвард в исполнении Вич-Доктора, и сбить палку ничем уже не могли, потому что все было заюзано. То есть тот же самый Хаос Найт дрался там с СФом, ни стана, ничего не было. ТП за спину сейчас бедному Вич-Доктору, есть рифт, касочки полетели, очень хорошие, вы посмотрите, какие каски. Но есть двухсекундный стан, и этого должно хватить, разумеется. 2 секунды, там еще и крит сейчас виспов раскрутил. Также поймали у нас Avengeful Spirit. Полетел Баратрун дальше. Минус Винга. Винга умирает дольше. Ой, быстрее, чем Вич Доктор. И кто теперь суппорт из них? Мне очень интересно. Вич Доктор или Avengeful Spirit? Баратрун побежал в очередной раз сейчас на Тине. Но решил остановиться все-таки в мидлейне. Bloodmail есть у Spirit Breaker. Артефакт действительно хороший. В плане того, то, что Bloodmail всегда хорош, когда, ну, не контролирует дэмэдж игрок. То есть SF он не может именно контролировать как-то свой урон, в плане того, то, что попасть койлом по одному, да, там, Баратрума не задеть. То есть скиллы не таргетные. Также, разумеется, Дезвар бьет по кому захочет. Стан от Тини, тос от Тини. Если ты попадаешь в этот радиус, по тебе в любом случае наносится дэмэдж. И в этом плане Bloodmail очень хорош. Также краш от Слардара. Да, можно опять же перечитать очень много здесь способностей. И Bloodmail в этом плане безумно будет помогать сейчас Spirit Breaker. Артефакт качественный. Также появляется Клоака. И Баратрум с Глиммер Кейпом, кстати, мне очень даже нравится. Смоки от Monkey Business. У Ахмо уже даже Лотар появился. Тини с фейзами, Лотаром и Даггером. На самом деле вещь очень неприятная. Ну, ладно. Минус Vengeful Spirit. Просто минус Винга. Что еще тут можно сказать? Винги 1-7. СФ. Балуется с ультимейтом. А будут ли хоть как-то пытаться этого СФ убить? В принципе, сзади никого нет. Висп с Хаос Найтом. Там БКБ уже появилась у нас у Нутейла. Крейт забирает руну богатства. Ну и что же? Выдвигаются. Выдвигаются Манки Бизнес на Т2 Тауэр в мидлейне. Выдвигаются, причем очень хорошо. СФчик боится куда-то сейчас выйти. Вижена нет абсолютно. А Monkey Business наоборот видит побольше. Здесь есть вард. Здесь есть вард. А как бы плюс сами герои. Ой-ой-ой, хорошо, Вингу сбивают с ног. Винга умирает у нас в 8-й раз. БКБ подрубил зачем-то сейчас Хаос Найт. Ну и разумеется, раз уж включил, бей до конца.
Да, БКБ не стоило даже юзать. Побоялся No Tail, то что там очень много героев находятся. Сразу же прожал. No Tail! Ой-ой-ой-ой-ой. Не получилось рифтануть. А на этот раз тоже не получилось. Ахмо зато зацепили. Ахмо очень быстро умер. Есть стан от Shadow Vieja. Кстати, попал он в Bloodmail. Очень много дэмэджа сам себе нанес. Половина хп остается. Касочки летят в разные стороны. Миракл, вы посмотрите, просто на чужом хайграунде уже начинает рубить. Сейчас теряет Аегис. Дженерал получает башек у нас. И Братрум убегает назад. А Дженерал разорвал как раз таки изнутри бедную Темплар Ассасин. Да не стоит заходить на хайграунд. Все-таки СВЗ это не аматорка. Ребята, вы что делаете? Shadow Vieja побежал в погоню. Есть Amplify Damage по флаю. Вот так вот несколько иллюзий No Tail убегают драться с Shadow Vieja. А тем временем General зарабатывает очередной трипл килл. Да уж, Shadow Vieja гонится за андайингом. Будет ли стан? Угу, трэпа взорвали очень вовремя. И, конечно, Shadow Vieja уже никого здесь поймать и не сможет. Стоит ему отправляться назад. Ахмо. Дагер через 2 секунды, но не найти. Не найти уже героев Monkey Business. Что это такое? Да, я понимаю, выигрываете 10 тысяч. Вы думаете, то, что СВЗ это команда, которая не сможет вам ничего противопоставить. Вы залетаете вот сюда и деретесь здесь. Зачем вы это делаете? Там в команде СВЗ... практически у каждого героя есть контроль, кроме, ну там, кроме СФа. У всех остальных есть контроль. Стану с Лордара, касочки у Вич-Доктора, также стану Винги, плюс Свап, Тини. Вылет как раз таки сейчас на Тини. Братрум. Не стал уж бежать дальше, практически под вышкой находится у нас Ахмо. Можно было бы Братруму не вернуться обратно. Темплар Ассасин, Дагер, Дезолятор, ПТ, есть Ультимейт Орб, кстати, сейчас уже у Миракла, но под Нетворс его обгоняет СФ. 7500 в графиках. Так, Monkey Business. Готовы сейчас воевать, касочки полетели очень хорошо, Флай хотя бы успел Томбу поставить, мег и подхилили. Залетел также Братрум, Миракл дерется, Shadow Vieja мертвый, должен также погибнуть. Здесь и Вич Доктор разультился, Shadow Fiend и убежал просто назад, потому что других вариантов нету. Это минус 4 в одного виспа. Потрясающий размен для коллектива Monkey Business. И по-моему сейчас ребята действительно подумали и такие: друзья, а почему мы так делаем? А давайте-ка мы будем убивать. И Дженерала нашли. Вот это просто мапхак какой-то сейчас. Как вы вообще его там обнаружили? No Tail зарабатывает себе уже серию убийств. 726 золота поднимает за голову Shadow Fiend. Ну и, конечно, сейчас будет десятка однозначно по золоту в экспириенсе. Также огромные проблемы, тоже в районе 10 тысяч по левелу. Monkey Business превосходит своих оппонентов. Templar Assassin появилась Яша, и это будет манта. Манта будет очень скоро. Вышечку должны сейчас здесь, разумеется, доламывать герои Monkey Business. Братрум выехал, драка сзади какая-то происходит на Сахмону. Здесь, я думаю, будет немножечко поинтересней. Драка разделилась на два фронта. Дезвард, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот Вич Доктора бьет он не так уж и долго, на самом деле, с двух ударов. Убивает Темплар Ассасин своего оппонента. Это минус 3. Минус 3. СВЗ. Есть стан. Хорошо, Незер Страйк также имеется. Есть еще и Незер Страйк. Мелт от Темплар Ассасин. Трипл килл в исполнении Миракла. И заход на хэграунд от Monkey Business. Зашли на ХГ. Дженерал. Вот так вот ворвались сейчас у этого товарища. ГГВП пишет Дженерал. И прекрасно понимает СВЗ то, что в первой карте ничего сделать не удалось. 25 минут понадобилось Monkey Business, чтобы доказать, кто прав, кто виноват в этой игре, чтобы действительно показать свой уровень игры. Но после имперцев вот так вот быстренько отлетают
ребята из СФЗ, но это только первая карта. В скором времени мы посмотрим и вторую, я думаю, буквально в течение 10 минут. Поэтому, дорогие друзья, далеко не расходимся. Я скоро к вам обратно присоединюсь. Будем смотреть еще одну игру. И после этого матча будет еще целое БО2. Поэтому сидим до конца трансляции и, разумеется, далеко не уходим. Ребят, еще вступаем, подписываемся в паблик vk.com/няшхард. Там есть вся музыка, там все проигрывается. Поэтому слушаем музычку и, опять же, никуда не уходим. I said good day, sir!